плану, а? Давай! Похож на тебя.
совсем не похож. Я лучше тебя. Сейчас я покажу, на что способен. Сволочь!
попал. Эта проклятая струя застряла. Майкл! Держись! Я тебя вытащу! Времени нет. Мы опоздали. Они прошли. Я тебя вытащу! Пророк! Барнс! Держись! Майкл! Костюм! Я не могу! Черт возьми, Барнс! Дело же не только в костюме! Чем ты собираешься жертвовать? Когда они пришли ко мне с этим костюмом, я пожертвовал собой, Лоуренсом Барнсом, чтобы стать пророком. Пророк! Пророк! Возможно, самая совершенная тактическая боевая машина в мире. Просто выполнял приказ? А это вообще человек? Может, ты и правда всего лишь машина. Но когда ты пожертвовал всем, чтобы стать совершенной, холодной, жесткой логической машиной, и эта машина дает сбой, что тогда? Барнс, держись! У каждого есть выбор. Если пророк выйдет из строя, что останется? Лоуренс! Что-то в тебе есть, пророк. Барнс, держись! Что-то, чего цепи никогда не поймут и чего у них никогда не будет. Лоуренс! Тело не в костюме! Барнс, держись! Лоуренс! Барнс! Нет! Наночастицы в твоем костюме свободны. Это значит, что они могут трансформироваться во что угодно. Архангел. Полная орбитальная аннигиляция.
В первую неделю учебного лагеря нам преподали урок. Хороший солдат знает, на что может рассчитывать в минуту опасности. Не на разведданные, не на экипировку, не на оружие. Только на себя. Я усвоил это не сразу. Война окончена. Я сделал много ошибок, но все же я всего лишь человек. Меня зовут Лоуренс Барнс. Они называли меня пророком. Помни меня.